Ну и макнул его прямо мордой в спагетти. Эй, Томми! О, привет, босс, как дела? Рад, что ты здесь. Пожалуйста, босс. Я хотел отобедать у Пеппы, а Карло заболел. Подбросишь? Да, конечно. Чудно. Я уже голоден. Пушку с собой? Да. Понадобится? Ну, на всякий случай. Морелло последнее время притих. А может, зря я переживаю? Ну, как идут дела там? Вы же знаете как. Все отлично. Конечно, знаю. Я каждый день просматриваю книги. Но с тех пор, как случилось то, что случилось, Капа должен лично говорить со своими солдатами, без посредников. Ну, теперь мы вводим дела с людьми поприличнее, чем раньше. Хорошо, что у нас столько важных шишек на содержании. Все лучше, чем эти мошенники, которые толкали пойло до 21-й поправки. А, Том, это только начало. У меня большие планы. Очень много важных людей хотят быть в доле. Рад это слышать. Ты должно быть доволен. Хорошо отдохнуть от Поли и его безумных идей. С вами, босс, общаться интереснее, это уж точно. Еще бы. Но мы с Поли и Сэмом по-прежнему друзья. Мы через многое прошли вместе. Да, и не говори. Ждал этого обеда всю неделю. Попробуй здешнюю касату, Томми. Еще вина? Эй, вина за столик, скорей. Вам понравится это вино. Это... До Сальери! Привет, мой друг. Прошу вас. Рад видеть, папа. И я. Эй, сюда. У нас важный гость. Что сегодня в меню? Моя мама специально для вас приготовит капонату. Эцеленте, браво, браво. Мольто бене. Позвольте подвинуть ваш стул. Вот, прошу. Давай, давай. А к блюду кьянти. Я берег это вино только для вас. Бене, бене. Отдыхайте. Молодец, что бросил пить там. Ну, Сара пообещала, что уйдет, если не брошу. Я знаю. Она сказала? Нет. Это моя идея. Пьяницы размякают, Том. Я не хочу, чтобы ты допустил фатальную ошибку. Для вас и для вас. Пепе. Еда превосходна, как всегда. Мольто грацио, дон Сальери. Похвала от такого гурмана, как вы, это большая честь. Да. Ты бы знал, что этот гурман ел на ужин. Ложись!
какого черта? Орелла! Вот мудак, не дал мне вино допить. Эй, Сальери! Давай, выходи, решим все быстро! Выкури его, Джо. Черт, аккуратней! Тут дверь не выбраться. Вы как? Бежать не смогу. Мы устроим им засаду. Я отвлеку их. Выходи из черного хода и обойди их. Уверены, босс. Замочи их всех, Томми. Никто из них не должен выжить, понял? Понял, босс. Вы держитесь. Том, только поторопись. Еще путь и вернусь. Он не стреляет. Смотри его. У вашего босса не хватило и прийти сюда лично. Там. Чисто! О, ну и яйца у тебя, парень. Ты спас мою шкуру, Том. Нужно идти, босс. Скоро приедут копы. Минуту, дух переведу. Я отвезу вас назад в бар. Нет. Зачем в бар? Мы поедем к Карло. Этот пидор знал, куда я поеду. И внезапно заболел? Он кинул вас. Нас, Том. Ты тоже мог здесь погибнуть. Да, знаю, босс. Карло живет с одной бабой в Холбруке. Узнаем, что он может нам поведать. Жми на газ, Том. Пока Карло дышит, я с каждой минутой становлюсь все злее. Да, босс. Не могу поверить, что эти козлы посмели разбить мою машину. Ну, конечно, это Карло. Кто же еще? Его папаша когда-то был дружком Морелло. Яблоко от яблони, верно? Я плакал на его похоронах. А на похоронах его сына буду хохотать во все горло. Его мать уже овдовела, Том, а теперь она останется одна до конца своих дней. И ради чего? Ему что, бабок на дурь не хватало? Я втопчу его рожу в асфальт. Знаешь, Ярахт, я так рад, что это случилось. Одной крысой станет меньше.
А мы наконец-то займемся Морелло по-настоящему. Это была последняя капля. Похоже на то. Принимаешь человека в семью, находишь ему место, оказываешь ему уважение, и вот так он отвечает тебе на добро. Если это все он подстроил, что еще он мог им выдать? Ферма, букмекер, засада на парковке. Все это могло быть его рук дело. Почему ты сегодня водишь как придурок? Давайте я пойду первым, а? Вдруг Карло ждет нас? Нет, Том. Мое лицо будет единственным, что увидит этот мудила. Какого хера? Неблагодарная продажная тварь! Тебе лучше исчезнуть, дед. Тебя ждет закрытый гроб, Карло! В порядке, босс? Да. Притомился. Дай-ка отдышусь. Надо же, жирный и быстрый. Не дай ему удрать! Помогите! Кто-нибудь! А ну вернись, Карло! Меня хотят убить! Эй, мы еще не закончили! Томми, я могу все объяснить! Том, прошу, подумай! Дай мне поговорить с боссом, я все ему объясню! Томми, пойми, Морелло пообещал убить мою маму! Меня заставили! Заставили! Они меня вынудили, Томми! Прошу, я все объясню! В нашей жизни не так много правил. Но ты нарушил их все. Все еще жив? Не уверен. Как ты? Все путем? Да. Кто это? Постой-ка. Это Горди. Точно. Эй, Горди, как дела, приятель? Тебя не узнать. В чем дело? Ты говорил, у тебя проблемы в доках, так? Ну, все было под контролем. В общем, я кое-что разузнал. Этот урод планировал стачку. Стачки вредят бизнесу, если не сам их устраиваешь. Верно. Пора сменить руководство в профсоюзе. Ты же не против? Конечно. Славно. Так. А что насчет второго дела? Поэтому я и здесь. Сальери еще жив. Вот сука! Что случилось? Пока не знаю. Наши парни мертвы. Ресторан разнесли на куски. Хватит ныть. У нас тут важная тема. Что насчет этого Карло? Мы нашли его труп. Голова раздавлена, как арбуз. Никогда такого не видел. Сальери понял, что Карло его сдал. Твою мать! Я даже свои мысли не слышу! Начнется война. Я же сказал, заткнись, пидор! Война началась, когда мы убили Пепоне. Теперь она станет явной. Что я должен делать? Что я всегда...
Пусть парни смотрят в оба и будут наготове. Хорошо. Я им передам. Еще. Будь осторожен, братишка. Ты тоже, Дон Морелло. Что-то серьезное намечается. Очень серьезное. Думаешь? Морелло пытался убить... Эй, тебя ждут наверху. Сейчас поднимусь. Это война, Том. Отныне мы на войне. Кажется, сегодня все спокойно. Как жизнь? Все путем? Охрана должна быть на ногах круглые сутки. Здесь, на складе, на всех наших предприятиях. Что будет с теми, кто платит нам за защиту? Забудь о них. Все парни в сборе. Хорошо. Мы наконец-то идем за ним. Позже. Сначала нужно его ослабить. У Морелло свои копы, политики и даже судьи в арсенале. Мы не можем перекупить их всех. Нам нужно заставить их спрыгнуть с тонущего корабля. Если вальнуть одного козла, до остальных быстро дойдет, что быть с Морелло вредно для здоровья. Первый на очереди в могилу этот говнюк, Гелотти. Он все еще кипит из-за мертвого сынка и будет с Морелло до последнего. Боже, этот хер гадит нам еще с 32-го. Дайте мне с ним разобраться. Ты здесь как раз для этого. Винни уже все спланировал. В честь своего дня рождения чертов советник закатит вечеринку на пароходе. Будет много шума, бухло, шлюхи, фейерверк. Он даже подготовил речь для прессы. Что насчет охраны? Обычные телохранители. Парни с пушками. Кто еще станет вписываться за такой кусок дерьма? Ясно. С наслаждением всажу пару пуль ему в башку. Погоди, малой. Гелотти продажен, но не так глуп. Охрана обыщет всех, кто заходит на борт. Ствол тебе никак не пронести. Так, что? Бросить его за борт? Вдруг он не умеет плавать? Только избавь меня от своих шуток. Конечно, ты его нахер застрелишь. Загляни в гальюн у носа корабля. Местный уборщик получает от нас долю, он припрятал там револьвер. Затем просто подожди. В толпе. Только не выдавай себя. Жди, пока Гелотти не выйдет. Дождись, когда урод начнет толкать речь, и только тогда всади ему пулю в лоб. Сделай это в открытую, нам нужна шумиха. Ясно. А как же мне вернуться на берег?
Сам и Поли сейчас в доках, как раз работают над этим вопросом. Встреться с ними, и они сообщат тебе об остальных деталях. Ладно. Этой мрази Гелотти конец, босс. Он вас больше не побеспокоит. Не сомневаюсь, Томми. Бона фортуна, Том. Дамы и господа, на борту место найдется для всех. Пожалуйста, приготовьте билет. На входе вас досмотрят. Ради вашей же безопасности. Самая достойная семья в городе. И еще бы, кто сделал для города больше нет? Терренс, тебя тоже пригласили. О, тут будет... Похоже, что у тебя есть приглашение. Мои друзья немного из другой сферы. Ладно, слушай сюда. Там один матрос с парохода сильно ударился головой. Но зато его белоснежная форма в полном порядке. Спасибо. Пойду найду его. Я знал, ты найдешь честную работу. Но не привлекай к себе внимания. Когда судно отплывет подальше, найди пушку. Уборщик спрятал ее в гальюне. Понял. Потом поднимайся наверх и жди. Когда Гелотти толкнет речь, шлепни его.
Как оттуда свалить? Коля одолжил моторную лодку. После речи будет фейерверк. Мы подплывем, когда он начнется. Постарайтесь не опаздывать. Да ты не волнуйся. Все пройдет как по маслу. Шикарно выглядишь, Том. Оставь костюм себе, если не испортишь. Тебе идет. Новенький. Похоже, ты не торопился. Думаешь, у него получится? Уверен, что он грохнет Гелоти. Но свалить с корабля? Тут разве ангел ему поможет? Какой еще нахер ангел? Это мы ему должны помочь. Ну, пошли. Ну что, ты уже закончил? Да, собираюсь гальюн почистить. А то уже гости жалуются. Ты хочешь отмыть здесь сортиры? Как скажешь. Пройдись тряпкой по всем палубам. Мы нигде раньше не встречались? Не, это вряд ли. Клянусь, я тебя знаю. Может, ты из профсоюза? Прости, я не из этого города. Страна не резиновая. Я каждый день слышу иностранные... Слушай, морячок, вали-ка отсюда. Уже у него неприятности из-за меня. Да ладно, вы пейте, наслаждайте кровью. Ты уборщика не видал? Не, но уверен, что он в машинном отделении валяется бухой. У него большие связи, откуда еще ты думаешь, что ты сможешь быть? Спешил? Тони, верно? Я спрятал пушку в толчке на корме, на средней палубе. Где корма? Прямо над нами, палубой выше. Ключ лежит на столе. Если еще раз назовешь мое имя, твой труп найдут в море. Ты меня понял? Ох, ага. Понятно. Он получит мой голос, а дамочки на этой вечеринке смогут получить от меня и еще кое-что. Я знаю тебя. Ты из банды Сальери. Ну и что ты собираешься делать? Для начала хорошенько надеру тебе зад. Пошел! Все кончится быстро! Боже!
Привет, Джон. Ну, как, все нравится? Конечно, пока в баре наливают. Молодец, выпей еще за меня. Рад видеть. Развлекайтесь. Спасибо всем, спасибо. И добро пожаловать на мою небольшую вечеринку. Итак, как вы все знаете, это было нелегкое время. 3 года назад мой дорогой сын Билли покинул этот мир. Он стал невинной жертвой бандитских разборок. Жертвой чумы, которая носит название «организованная преступность». С того самого дня я мечтаю об одном – искоренить эту чуму. Сегодня мы отмечаем мое 50-летие и встречаем лучшее будущее для Lost Heaven. Я заявляю, что преступникам в этом городе не место. Мы утопим их в море, как крыс. Спасибо, спасибо. А сейчас будет фейерверк. Заходи!
А я что, по-твоему, делаю? Могло быть и хуже, да? Отскребали бы у вас сейчас поезда. Да ему повезло, вот и все. Серджо Морелло всегда везло. Мозгов-то у него явно побольше, чем у братца. Мы достанем его. Нет, я снимаю вас с дела. Вы уже сильно наследили. Дадим шанс тому, кто грохнул Гелотти. Томми уже нехило запугал политиков. Может, и Серджо разберется. Что мне надо знать об этом парне? Кроме того, что у него счастливый пятак в жопе. Серджо приносит Морелло кучу денег. Он рулит профсоюзами, а значит, контролирует доки и получает долю от всего импорта в городе. Грохнем его, и Морелло лишится большей части дохода. И как же до него добраться? Не хочу оказаться в кустах, как парни. Мы можем развеять его по ветру. Особый заказ. Прикрепи это к стартеру под его тачкой, и он взлетит, как только повернет ключ. И как это вести? Не роняй его, не тряси и не кури рядом. Вот и все. Бум! Сделай это, Томми. За всех, кого убил Морелло. И за все бабки, что он у нас украл. Ему просто повезло. Они не посмеют сюда прийти. Когда-то я был в его банде. Если однажды Морелло проснется и решит напасть, он нападет. Не, не нападет. У него есть яйца. Этого не отнять. Морелло способен на все. Он готов сжечь маленькую Италию? Да, да.
Летний пилоте убит. Ага, это точно тачка Серджа. Как бы к ней подобраться? Буду дома к ужину. Может, в выходные потанцуем? А дочка пусть с дедушкой посидит. Да, я еще тут. А, черт. Эй! Нет! Очень плохо.
Так, успокойся, Том. Что случилось, то случилось. Ты ничего не сможешь изменить. Удача Сержа испарилась. Что? О чем ты вообще говоришь? Сэм и Полли нашли его. Он в ресторане Джорджи. Далеко от тебя. Дуй туда со всех ног. Ладно. Том, ты как? Ну, это бомба, все сорвалось. Давайте об этом позже. А сейчас пошли завалим мудака. Идем. Что за херня? У нас послание от мистера Сальери. Нет! Пошлите клоунов! Отсюда! Там же пидор! Он удрал! Завали его, Томми! Скорей! Бегом назад к машине! Нужно догнать их, пока этого идиота не пришили! Thank you.
творите, придурки? Убейте говнюка! Нужен здесь каждый боец! А ну, живо! Вижу Он его! Идет сюда! Сюда!
За что я вам плачу? Он сейчас все доки разворотит. За что я вам плачу? Он сейчас все доки разворотит! Отстрелите его! Мистер Морелло, прячьтесь на складе! Мы остановим его! Получи! Он должен быть за мной! Нет!
Сука! Это что за херня? Твою мать, это что, поезд? Тебе денег. Убьешь меня, и мой брат уничтожит все, что тебе дорого. Ну давай, покончи! Поигрался и хватит, сука. Что думаешь, сможешь меня завалить? Я говорил тебе, меня не убьешь. Не такой ты и везучий, говнюк. Стой! Нет!